Эту картину художница Юлия Лесина написала совсем недавно. Ее история очень печальна. Собака, которая изображена на холсте, жила в подъезде женщины несколько лет, а потом погибла под колесами автомобиля. Юлия решила в память о добром и верном друге написать картину и представить ее на выставке в детской школе искусства номер 2. Теперь мы можем видеть ее только на картинке, которая тоже сделана в подъезде. Тем-то много, по которым хочется высказаться, это одна из них. Для Юлии Лесиной это уже 4-я персональная выставка. Здесь можно увидеть картины этого и прошлых годов. В основном Юлия пишет виды нашего города. В последнее время художница полюбилась рисовать маркерами. Мне подарили маркеры двусторонние. И дети их очень любят, и я тоже решила попробовать, мне очень понравилось. То есть вот эти наброски, зарисовки видов Сарова последние, они сделаны маркерами. Их у меня штук 80, этого достаточно, чтобы передать красоту. На выставке можно увидеть работы учеников и выпускников Юлии Лесиной. В экспозиции представлено более 30 работ. Здесь и живописные полотна, графики большого, среднего и малого формата. В другой части выставки можно увидеть работы в разных техниках, и живописи, и графики. Там не только излюбленный графический материал, карандаш простой и акварель. Мы еще писали даже акрилом, гуашью, темперой, пастелью. Посмотреть выставку «Учитель-ученики» могут все желающие без возрастных ограничений. Более подробную информацию можно получить по телефону 95144. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.